Главную красавицу учебного заведения определили в Мирнинском региональном политехническом колледже. Там прошел конкурс красоты и таланта «Леди колледж 2016». За звание победительницы и корону боролись 10 девушек. Кто стал самой красивой студенткой учебного заведения, расскажут наши коллеги. На участие в конкурсе «Леди колледж 2016» заявились более 20 студенток, но до финала дошли 10 девушек. В этом году темой выступления красавиц стал Голливуд. Состоялся очередной конкурс «Леди колледж», который стал уже традиционным. Конечно же, было много волнений, много переживаний. Был очень тщательный и большой процесс подготовки. Как и во всех конкурсах красоты, чтобы выявить победительницу, девушкам предстояло пройти несколько этапов. Студентки показали свой талант, красоту и ум. По итогам 4 этапов корона и титул «Леди колледж 2016» досталась студентке 2 курса Ангелине Ильиновой. Шли очень долгие и усердные тренировки, репетиции, танцы. Было очень весело на репетициях. Я не пожалела даже об этом, что поучаствовала. Все вот эти вот, да, даже нет минусов, одни плюсы, все очень хорошо. Титул первой вице-леди досталась Юлии Копошко. Второй вице-леди стала Надежда Кельневая. Каждая из участниц получила титул и призы от спонсоров мероприятия. Анна Винокурова, Василий Потапов, телеканал «Алмазный край».